Қордынды жаңалықтарымызды маңызды ақпардан бастаймыз. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысы ресми мәлімдемесінде үкімет отставкаға кетуі тиіс деді. Айта кетейік, Бақытжан Сағынтаев басқарған ел үкіметі 2016 жылдың қыркүйек айынан бастап іске кіріскен болатын. Енді премьер-министр қызметін уақытша Асқар Мамин атқаратын болады. Құрметті қазақстандықтар, мен бүгін еліміз үшін маңызды шешім қабылдағалы отырмын. Алдыңғы жылдардағы әлеуметтік экономикалық ахуал тұрақты болды. Бұл әрине жақсы кезең, бірақ бұл қазіргі заманға жеткіліксіз. Мен ұсынған үшінші жаңғыру және 100 нақты қадам ұлт жоспары құрылымдық реформаларды жедел жүргізуге бағытталған болатын. Одан кейін қабылданған 5 институционалдық реформаның толық жүзеге асырылуы шағын және орта бизнестің үлесін түбегейлі арттыруға және экономикадағы мемлекеттік сектордың үлесін азайтуға, банктерді тазартуға, соттарға және қорғау жүйесіне деген сенімді арттыруға тиіс болатын. По многим направлениям экономики нашей, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, к сожалению, так и не достигнуты. Рост внутреннего валового продукта в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. А мы говорим о перерабатывающих отраслях. Мы говорим о том, чтобы развивать малый и средний бизнес. Но правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста нашей экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям сегодня нет. Недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Вы знаете, что я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима. Вы помните, что 2 года назад мы провели конституционную реформу, и правительство вместе с акимами получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за этот участок. Приняты все необходимые государственные программы, вы это знаете, и индустриальная программа, и программа инфраструктурного развития, социальная программа, развитие здравоохранения, образования, и выделены необходимые ресурсы для того, чтобы их осуществлять. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. На все это накладывается, прямо скажу, неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику, что же правительство делает, что министр делает. В этих условиях, обдумав я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. На ближайшем съезде партии Нур Отан я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки, повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и национального фонда. Эти средства будут направлены на решение следующих задач. Первое. Усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан. Второе. Расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально уязвимых слоев населения. Третье. Будет серьезно изменена политика развития регионов.
На это должны быть направлены работа правительства, акимов всех уровней и средства, которые имеются и в правительстве, если его оптимизировать и посчитать, и на местах, но тратятся не туда, куда нужно. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее об этом на съезде будет сказано по всем направлениям, по всем пунктам.